что его администрации, его официанткам. Давайте уважительно относиться к людям, к помещению, к сотрудникам, чтобы не было конфликта, все было ровно. Вот я уже вижу белое пятно, бегущее среди толпы. Это Станислав Брук. Во, вот здесь. Ну, мы начнем своим хип-хоп-роком. Где-то лиричным, где-то кочевым. По возможности постараемся возрядить максимум энергии. А с вас уже максимально крутое выступление, потому что сегодня все судьи будут оценивать очень строго, очень жестко. За каждый косяк будет ставиться минус, а победитель будет самый лучший из всех сегодняшних выступающих. Несмотря ни на статус, ни на опыт, шанс есть у каждого из вас. Так что ждем от вас самого крутого выступления. А сейчас 27 уровень. Раз, два, три, четыре. Монитор, пожалуйста, Саша. Раз. Поехали. Голос. Раз, два. Готовы поддерживать друг друга? Давайте сейчас похлопаем в ритм. Алло, привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда. Через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Привет. Ну как ты там, на связи, на приеме, как всегда. Через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Каждый день мы сажаем телефоны в ноль. Каждый день обсуждаем и любовь, и боль. Каждый день на расстоянии, но близки. Не замечая времени, что улетает на звонки. У тебя своя судьба, у меня своя судьба. У тебя работа, дом, у меня по городам. Надо что-то делать, чтобы чаще вместе быть. Хочется, но колется эту жизнь переменить. Каждый день я смотрю в небеса, зная, что туда же смотрят иногда твои глаза. Говорила по ночам, хочешь петь на луну? Скажи, когда, чтоб в этот миг не оставлять тебя одну. Каждый день между забот и рутинных дел мы находим миллиарды общих интересных тем. Это наркотик, и я точно на него подсел. Готов звонить, даже выходя на расстрел. Алло, привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда. Через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда. Через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Каждый день ждать звонка и не дышать. Каждый день потоком мыслей своих играть. Каждый день думать о тебе и вспоминать. Все так просто, если не придется жизнь менять. Еле слышно, сердца бьются в унисон, пока двое ведут телефонный разговор. Каждый день держа образ твой в голове, отключить ноты минора и мажора в себе. Если бы кто знал, как становится легко, когда просто забываю в разговоре, как мы далеко, закрыв глаза, чувствую твое тепло. Если думать об одном, каждый день свое кино. Кто-то скажет, глупо каждый день на это время тратить. Ведь такого счастья просто непонятен. Не заменит разговор теплых искренних объятий. Но я звоню опять, чтобы без тебя не спятить. Алло, привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда. Через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Привет, как ты там? На связи, на приеме, как всегда. Через разговоры издалека, вместе даже в разных городах. Спасибо.
спасибо. Вот такой поддержки всем участникам мы сегодня ждем. Ну что ж, продолжаем. Немножко поэнергичнее, чуть помузыкальнее. Это был напевный речитатив, теперь речитатив в перемешку с вокалом. Сегодня просто несколько, 5 песен сыграем и покажем в разных темпах, в разных стилях, как можно делать речитатив, как можно делать вокал. Это то, как мы это изображаем. Что в дальнейшем ждет участников, победителей фестиваля? Потому что мы будем когда-нибудь работать с кем-то из вас, обязательно будем работать вместе с живым звуком. Поехали дальше. Что затянет воспоминаний туман, и в этих снах снова вернется туда, где начинали с нуля. Самого дна она боится засыпать вечерами одна, боится, что затянет воспоминаний туман, и в этих снах снова вернется туда, где начинали с нуля. Как мало времени порой мы уделяем тем, кто дарит нам покой и радость новых перемен. Но это жизнь как плен, работа в пару смен, поездки по стране, карьера ветром в пару сне. И в этой суете любовь как во сне, а дома ждет твоим теплом согретая постель. И оттого милее всех случайных встреч тепло руки, снимающей усталость с плеч. Я утопаю в океане глаз твоих, рисую в облаках парусник для нас твоих. Когда придет тот миг, качаясь на волнах, ты скажешь: посмотри, под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Тучи, на глубине покоя, и может лучше нам окунуться вновь с тобой, где родилась любовь, где строили мечты, скрываясь от ветров под тоннами воды. Сложнее всего пройти сквозь шторм и грозы, держаться вместе, порою вытирая слезы. Своей рукой я крепко обниму тебя, чтобы не развело по разным бортам корабля. Я утопаю в океане глаз твоих, рисую в облаках парусник для нас двоих. Когда придет тот миг, качаясь на волнах, ты скажешь: посмотри, под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Под нами глубина. Ты полюбишь воспоминаний туман, и взявшись за руки, снова вернемся туда, где начинали с нуля. С самого дна. С самого дна. С самого дна. С самого дна. Вот спасибо, ярко, эмоционально. Так, следующая песня, которую, ну, кто был на нашем празднике, кто раньше
на последних выступлениях находился или смотрел программу на Южном регионе, в которой мы участвовали, те ее слышали, песня «Глаза в глаза». Прошлый век писал стихами о любви. Но что поделать, если только так способен я ее любить? Смотреть, быть рядом, пересекая взглядом, не говорить о главном, да и не надо. И все понятно, если прямиком глаза в глаза. И так приятно быть на грани, вперед-назад. По лезвию ножа, то я к ней, то она ко мне. Однажды мы сорвемся, утонем вместе в глубине. Где-то на дне отрыв, порогом чувств прорыв. В объятиях забудем этот жесткий мир, как миф. Сомнениям не будем отдаваться ни на миг. Разделим поцелуем, а то дыханье на двоих. Всплывем, забудем, давай не будем. Холодный взгляд вдаль, теперь страшнее пули. Что скажут люди? Но кто сказал, что так нельзя? Она сказала, не влюбись, ведь мы друзья. И просто посмотри в глаза. Ты просто посмотри в глаза. Ты просто посмотри в глаза. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердца и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердца и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Просто посмотри в глаза. Она сказала, он другой, он не такой, как все. В его глазах печальный блеск, прям идеал совсем. В ответ лишь смех, правда? Ну что за бред? Тебе не 10 лет, ты знаешь точно, идеальных нет. И вот теперь меня пронзает ее взгляд опять. Зачем терпеть? Она срывается, давай кричать. Все потому, что разрушаю этот идеальный мир своим сарказмом, вообще присутствием своим. Зачем пришла, как друг, глаза в глаза? А вдруг одно касание рук, искра и сердца стук. Замри, замри. Опять на глубину горят огни, а мы не можем не тонуть. Плывем, забудем, давай не будем. Опять холодный взгляд, опять страшнее пули. И пусть мы оба понимаем, что так нельзя. Сжигает страсть дотла, но ведь мы друзья. Ты просто посмотри в глаза. Ты просто посмотри в глаза. Ты просто посмотри в глаза. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердце и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Не надо ни порт, ни доводи до ссор. Сердце и мозгов бесконечный спор. Игры на нервах — это безумный спорт. Меняя дружбу на любовь, меняя аккорд. Меняя аккорд. Меняя аккорд. Меняя аккорд. Ну давайте что-нибудь позажигательней. Есть песня более в альтернативном стиле, называется «Боксерши поцелуй». На самом деле, кто с Чкаловского сейчас поаплодирует, потому что песня про девчонку с Чкаловского. «Боксерши поцелуй».
покачаем. Здесь как раз ритм такой. Руки в гору! Вечер темный, из зала спортивного скромно выходит девчонка в капюшоне черном, невысокого роста, сумка через плечо, одета просто, но женственно и грациозно. И вроде бы старается не привлекать внимание, но выделяется особым внутренним сиянием. Фигура стройная, видна издалека. Девочка добилась в спорте многого наверняка. Все потому, что она грушу, как игрушку, урабатывала вечерами лучше, чем мясник, тушку вкладывая душу, наметив впереди цель, хочет титул чемпионки мира. Би-би-би. Все потому, что она грушу, как игрушку, урабатывала вечерами лучше, чем мясник, тушку вкладывая душу, наметив впереди цель, хочет титул чемпионки мира. Бей! Никого не трогая, идет своей дорогой гордая. Это ночью на районе Шнахановского, где свои точки местные сбиваются в стаи. Между прочим, темных мест вполне хватает. Вот так из-за угла навстречу ей выходят двое. Рожи наглые, глаза блестят от алкоголя, преграждая дорогу, прямо напротив стали. Ну что, красотка, теперь ты пойдешь с нами. Куда полез, остуди свой пыл и не буксуй. Уклон, кук, вот тебе махнешь и поцелуй. Ты на девчонку спортсменку руки не суй. Ху! Вот тебе во все же поцелуй. Последнее, что он сказал, ой, мама, перед тем, как в челюсть прилетел удар справа, упал у ног ее прямо уступ на нокауте. Второй бежал без памяти, не дожидаясь спарринга. Все потому, что она грушу, как игрушку, урабатывала вечерами лучше, чем мясник, тушку вкладывая душу, наметив впереди цель, хочет титул чемпионки мира. Бей-бей-бей! Куда полез, остуди свой пыл и не буксуй. Уклон, ху! Вот тебе во все же поцелуй. Ты на девчонку с подсветку руки не суй. Фу! Вот тебе боксер же поцелуй. Все вместе. Куда полез, остуди свой пыл и не буксуй. Куда полез, остуди свой пыл и не буксуй. Фу! Вот тебе боксер же поцелуй. Вот тебе боксер же поцелуй. Она сумку подняла с земли и дальше домой пошла, как ни в чем не бывало. Ну и напоследок, пока еще не совсем выдохся, а то мне еще потом фристайл проводить, а Сереге на сцене торчать ведущим. Ну давайте, вот был такой спор с одним из знакомых рэперов, который сказал мне, что в рэпе очень трудно писать что-то веселое. Делать речитатив под веселое, ну это трудно, это почти нереально, это R&B. На самом деле можно. Темп 115. Довольно веселый, позитивный трек. Но в нашем стиле всегда попсовые припевы. Называется «Музыка». Музыка, от которой я обалдею. Запоминайте слова с первого припева. В конце мы вам их повторим. И последний раз все вместе споем. Договорились? Музыку! Огоньки есть? Я вспоминаю те времена. Мы убивали день ото дня в хлам и не знали, что может быть нормальный план.
может быть, время не проходит зря. Быть может, улыбка — это вспышка огня. Сожженные свечи в полумраке, танцующие блики, мнимые страхи. Кто-то, чтобы не палиться, включит итог, чтобы снова на лицах мелькал восторг. Возможно, эта музыка влияет лучше, когда вокруг атмосфера дыма гуще. Маленькая компания, веселье ради, можно устроить любое время пати. Да хоть каждый день всего один грамм поднимает настроение друзьям. Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Это музыка, от которой я обалдею. Без этого как-то скучно и тоскливо. Уставший на работе, идешь домой уныло. Улица, подъезд, квартира, все как всегда. В ванной мыло, на кухне еда. Да, это так, но есть средство одно. О нем знают рок-звезды, звезды кино. Они называют это реальным огнем. Когда всех зажигают и ночью и днем. Им легко снимать кадры за кадром, нам легко писать трек за треком, вам легко понять смысл песни. Это то, что держит всех в песне. И что же это? Все ждут прямого ответа. Хочешь знать? Пойдем со мной на рассвете. Там на границе между светом и тенью музыка, от которой я балдею. Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Слова запомнили? Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Ну давайте ближе, что же, подтягивайся. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Это музыка, от которой я балдею. И все вместе! Yeah. Это то, что поднимает настроение. Это то, что вызывает смех и веселье. Утром и вечером, да и вообще в любое время. Ну что, надеюсь, мы зарядили вас достаточным таким зарядом позитива, чтобы вы теперь взрывали, качали, качали настоящим рэпчиком. Мы какой-то попсой. Дайте нам только 5 минут тут убрать все для вас. И начнем пати, серый выйдет и все, объявят микрофон. Так, а я хочу напомнить, пока еще не вышли, пока вы это... кто не скинул минуса? Белая инкогнито, старина Спарк. Вот я помню 3 имени, которые не скидывали. Подойдите, сейчас Стас поднимется наверх, подойдите к нему, скиньте минуса. Кто там по жеребьевке не успел, сейчас сам вытащу жеребьевать, кого как будем. Вот, Ну, в целом, все остальное сегодня по 3 трека, это финал. Выбираем победителя, смотрим, что и как. Веселимся до конца, не уходим. Держимся все вместе. Ну, маленькая пауза, можно перекурить, а потом включаем музыку и понеслось.